Вот эта справа, это не моя справа, это на угол справа об взаимоотношениях гражданина и державы. Нам не дают возможность отстоять свои права. Нам забороняют нам собирать подписи. Для этого не потребуется никакий дозвол, але улада не хочет, чтобы это отбывалось. Чому? Потому что про вот этот сбор подписов кто-то и расступая про зрыв страха, а кто-то бачит, как нас много. И это придает людям вот, ну, такое психологическое вызволение. И они створяют свой маленький майданчик. Когда человек створил свой майданчик, то это уже краина, в якой есть перспективы. До этого треба и імкнуться. Треба самоорганизовываться. И мы готовы помогать людям. Когда будет 1000, 2000, 3000 одночасово собирать подписи, не хопить навод спецназа, не хопить милициантов, не хопить судей, это все захлынется. Коли там будет один медведь Калякин, тик Корниенко, то, конечно, нас будут выщемливать и будут срабить вот то, что сегодня отбывалось. Сегодня отбывалось с одного боку цирк, а с другой демонстрация, что суддя – это вот такой вид, який вымер у нас давным-давно, его навод не мав червоной книги.